это нормально летает, да. Нет, там был другой. Там из кучки был. Этот может нормально. Нет, как? Он управляемый, просто вы им не справляетесь. Надо подать сначала, вы забыли сказать, что это. Вы слишком быстры, валанчик еще не долетел до вас, Олег. Там медленный, здесь быстрый, да? Наоборот. Ракетка где после удара на сетку? Олег. Настрой правильный был, единственное, я бы левую ногу развернул, ну что ли, хотя. Это прям зря. Навесить на гости, наверное, так в центр. Простой баланс. Я в ракетку летел. Не успели отойти чуть-чуть, да, чуть быстрее. Чуть-чуть можно было поактивнее.
же самое, сразу, сразу ракету. Подальше не садимся, да, а сразу ракету поднимаем. Конечно. Такая стойка как-то точно не пугает соперника. Хорошо воткнули, только после этого надо сразу ракетку поднимать, да? Ну почти, кстати, надо готовы. Чего там стоит и смотрит? 6-4. Сетка. Андрей, помогай. Помогать там. Ну тяжело было помогать, согласен. Ну можно было. Олег, закрытый. То же самое, Олег, из-за того, что медленно вы выходите на сетку, да, он не идет назад. То есть нету четкого понимания, как вернуться.